Начиная с прошлого года, министерством активно ведется работа по обучению детей плаванию. В прошлом году было подготовлено, обучено детей навыкам плавания более 12,5 тысяч спасателей водно-спасательных служб. В настоящее время министерством прорабатывает вопрос с Министерством образования и науки, агентством туризма и спорта по включению в обязательную программу обучения предмета плавания.